Добрый день, меня зовут Ренат. Я простыл, меня пишет горло, болит голова. Но я не думаю, что это причина, чтобы не поздравить вас с Международным женским днем. Неважно, кто ты, дочь или мать, сестра или просто чья-то жена, а может все вместе, но не факт. Знай ты прекрасно, скажу тебе это лишь раз, два, три или пять. И это не важно, сколько раз повторять. Какое же счастье вас обнимать. Спасибо Аллаху за то, что дал вас. Низко-высоко, счастье близко и далеко. Хочешь ты его, но ни мало и ни много. Не смотри его, не пытайся, не увидишь. Сердце ты открой и ощути себя счастливой. Солнце дает свет, заботой нежно согревая. Ветер лишь алит, тебе страстно прикасаясь. Следы на песке, что волны медленно смывают. Сохранять секрет, то счастье можно осязать лишь. А девушки, когда красятся, они делают как так. А мужчины, когда бреются, они делают так. Но не это важно. Важно то, что мы это делаем друг для друга, чтобы дарить счастье. Разве это не прекрасно? Низко-высоко, счастье близко и далеко. Хочешь ты его, но ни мало и ни много. Не смотри его, не пытайся, не увидишь. Сердце ты открой и ощути себя счастливой. Солнце дает свет, заботой нежно согревая. Ветер лишь алит, тебе страстно прикасаясь. Следы на песке, что волны медленно смывают. Сохранять секрет, что счастье можно осязать лишь. Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем. Позволяйте нам, мужчинам, делать вас счастливыми, дарить вам счастье. А вы, в свою очередь, дарите нам свои улыбки и радостные взгляды. Всего доброго!